Ребята, в фармере цветонос гонит, но с очень большой скоростью. Посмотрите, какой он уже. Сколько будет бутонов, здесь, наверное, можно посчитать. Вот такая вот качалочка, видите, интересная, кукурузина. Ой, как интересно! Очень интересно, как он зацветет, насколько цветочков. Супер! Супер растение! Ну, мне так кажется. Мне все новое, все интересно для меня. Слушайте, я прям не успеваю следить за этим цветоносом. Вот он уже вот через пару дней вот такой вот. Видите? Обалденный. Сейчас покручу, поверчу. Вот он отсюда выходит из бульбочки. И вот так вот он растет. Это фармари пинк розовый. Ой, что-то не хочет мой замечательный телефон показывать нам красоту. Во, какие бутоны. Красота. И сейчас покажу вам росты, как подросли за пару дней. Вот ростик. Видите? Он был совсем маленький. Так, что плохо видно, да? Ну, вот этот хорошо виден. Вот. Их тут 3 или 4. Я думаю, что через пару дней картина вообще изменится. Обязательно покажу. Ребята, вот такая грусть. Ну, вот вечером вчера было как-то даже она поменьше. Смотрите, какая она сегодня. Класс, да? Не по дням, а по часам. Ребята, ну, наверное, уже вот-вот, скоро начнут открываться бутоны. Попыталась посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Да, я считала 13 бутончиков. Но ничего, нормально. Такие прикольные. Ну, надеюсь, что будет не менее красивое цветение, чем вот такая вот гроздь. Фармари, конечно, прекрасен. Я влюблена. Вот это скорость роста цветоноса. Утро следующего дня. Обалдеть. Вечером он выглядел совершенно еще по-другому. Я в шоке. Так быстро развивается. Эти 13 бутонов, вот там зажатый один бутон, надо как-то, наверное, даже не знаю, да не, вроде на листике лежит. Думала поправить. И смотрите, у него будут желтенькие серединки, и уже вот пожелтение начинается на бутончиках. Видите? Вот тут вот явно видно пожелтение. Вот такой получается розовый цветочек в вариации пинк. И желтая яркая серединка. Ну, скоро увидим, ребят. Бегу. Сын сказал, что беги, мама, там уже начался распуск твоего орхидейного чуда. Ой, вот это да, девочки. Таинство. Такие желточки внутри. Класс. Но они не ароматят. Ну, завтра уже, наверное, через сутки тут уже будет все открыто, будет красота. Мне интересно, как долго он здесь у меня на жаре провисит, процветет. У меня здесь жарковато. Ой, как интересно! Класс! Друзья мои, утро начинается вот с такой красоты. Ну, как вам? Что скажете? Супер, да? Я с утра уже бегом сюда на смотрины. Посмотреть на этот дендробиум. С утра здесь у меня ветерок, прохладненько. Еще не до конца открылись бутончики, но они такие милые. Такие цыплята. Супер, посмотрите, девчонки.
Серединка такая аппетитная, прям желточки. Яичница. Глазунья. Слушайте, это невероятно. Я теперь понимаю, когда много цветоносов, как это пышно смотрится. Супер. Немножко они вот так нескученно сидят. Если бы было больше бутончиков, и они друг дружке были поближе, зрелище было бы, конечно, более захватывающее. Но слушайте, все равно это очень-очень красиво. Так, вот здесь цветочек. Бутончики во все стороны. Конечно же, я предполагаю, что это цветение не будет столь продолжительное, как цветение фаленопсиса, но все же. И очень жаль, что он не ароматит. Но, ребят, все равно он такой классный, такой замечательный. И так быстро он выгнал цветонос, все происходило буквально на ваших глазах. Посмотрите, посмотрите на эту прелесть. Мои еще не видели, но думаю, скоро все побегут, проснутся и побегут смотреть. Побегут на смотрины. Вот посмотрите, он пинг. Есть точно такой вариант, только в белом исполнении. Но пинг мне нравится больше. Вот такая прелесть цветет у меня сегодня. Красота. Все, друзья мои, всех обнимаю. Спасибо, что вы были со мной до этого момента и разделили со мной эту радость цветения дендробиума фармари. Ну вот такая прелесть. У кого есть фармари, пишите комментарии, рассказывайте, как у вас происходит цветение, как они растут. У меня, конечно же, это первый опыт. Есть вот новые ростики. Видите, вот ростик новый. Сейчас вам еще покажу, где-то еще был ростик, и не один. Вот ростик новый. Посмотрите, как замечательно они растут. И где-то там еще, вот я вижу, вот тут еще развиваются ростики. Ну, не знаю. Надеюсь, что особых трудностей по его уходу я испытывать не буду. Ну, друзья мои, посмотрим. Посмотрим. И очень интересно, будут ли еще разбуженные цветочные почки. Ну, пока я не вижу. Но потенциал есть. У каждой бульбы есть потенциал. Ну, любуемся. Пока любуемся этим цветением. У меня теперь по утрам есть увлечение. Я рассматриваю эту красоту. Слушайте, это что-то невероятное. Когда на него смотришь, возникает желание отправиться на кухню и сделать себе глазунью. Такой классный вообще. Я прям в восторге от него. В восторге. Это всего лишь одна такая кисточка с цветочками небольшая. Единственное, ребят, я расстроилась сегодня. Обнаружила, что из трех ростов, которые у меня уже начали расти, один сгнил. Вот один рост, видите, зелененький. Вот он новенький. Так, где еще, где еще? Вот второй рост, такой крепыш. И был третий рост. Вот он, вот здесь. Вот, вот, девчонки, вот здесь вот. Видите, вот. Короче говоря, он сгнил и засох. Я виновата. Я виновата своим обрыскиванием. Ну, я просто, когда поливала с пульверизатора, надо брать все-таки аккуратно поливать. По краешку горшка. Слушайте, ну это что-то, сказка. Ну мне так нравится. Раскачивается тут он у меня. На бельевой веревке. Ой, просто чудо чудесное. Не знаю, девочки, напишите, сколько они цветут. Наверное, недолго.
Ну, естественно, недолго. Боже, это что-то. Цветочная гроздь, она не такая, видите, набитая. Цветочки на расстоянии. Но я в восторге, не знаю, девочки, пишите, вам нравится? Это вообще. Как вы знаете, как мой муж говорит, фаленопсис и их цветение замылили глаз. А это что-то новенькое. Ой, какой он яркий. И посмотрите, какие у него реснички по краю лепестков. Такой пушистый. Классный. Жалко, что нет аромата. Какой-то присутствует еле уловимый запах. Я вчера так и не могла понять запах чего. Какой-то он такой, ну, не цветочный. Как пластика, что ли. Я даже не поняла, какого-то полимера. Ну, не знаю, мне так показалось. Сегодня пыталась уловить, но ничего не смогла уловить. Но вчера вот какой-то полимер прямо вот мне так показалось, когда он на солнышке стоял. Интересно так. Туда должны пробираться насекомые. Так, фокусируйся. Хочу ж показать вот прям вот туда. В общем, девчонки, красотун, красотун, красотун. У кого нету такого дендробиума, обязательно прикупите. Вот этот розовый с желтой серединкой, это что-то. Конечно, хочется помечтать, чтобы он впоследствии цвел на несколько цветоносов. Это будет взрыв, взрыв эмоций. Как посмотрела видео девчонок, там такие цветения у этого фармера. Упасть не встать. Все, друзья мои, на этом я заканчиваю. Надеюсь, вам понравилась вся эта хронология от появления цветоноса до его полного зацветания. Жду вас в комментариях. Пока-пока! Будете смеяться, девчонки. Я тут завтракаю. Яичко у меня, бутербродик, сырники. И это красота.